Хейо, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием The Borderlands The Pre-Sequel. Я кое-что нашел. Это, короче, кто он делался? А вот он. Помните, я говорил, что нам осталось где-то примерно 10 серий? Увы, я был неправ, нам осталось где-то еще серии 2-3. 4 доп. Миссии, тире 5. И вот одна из них, потом пойдем по сюжету. Кто сказал привидение? Да ничего в этом смысла, я про 13-й под уровень. Так, странного завода. Даль, такие истории, что мороз по коже. Пробрал, но все по крайней мере. Туда своего дружка Гарри, чтобы он так свистнул оттуда инвентарь, просто правосудие. Гарри умный, как черт. Хорошо, нам нужно, короче, Гарри отправиться. Так, поиск, так, проберись на старый завод Даль, найди Гарри, мой инвертор. И мигом назад, однако, бла-бла-бла. Хорошо, короче, мы идем с вами... Куда? Комплекс Титана. Так, да, у нас, короче, нужно... встретить трех чуваков на заброшенной пустоши. Это, скорее всего, будет у нас локация открыта. Последняя, наверное. Равнина Тритона. Нам еще нужно попасть. Там у нас один челик с той же топ-миссией. И это мы сейчас под уровень идем. Пойдем призраков ловить. Если... Так мы же тебя победили. Окей. Так, выход с карты, выход 13 под уровень. Так это стоять. Почему она с нами разговаривает, если она... Так, отстаньте. Ну и как, вот опять, опять сраные бочки, опять сраные бочки. Как они меня бесят. Странные бочки. Ой, я понял. Охренеть, охренеть. О, фу-фу-фу, все нормально. Бежим. Мне нужен был очень сильный кислород, потом я задумался, где мне его взять. А потом я вспомнил, что мы можем это собирать из противников. Ну, эти ребятки пускай развлекаются, мы с вами просто идем дальше. Только запустим этот водогенератор. Все. Так, я не... Ага, все, вот знак. И там мы пробирались, да? Так, ты все еще работаешь, я надеюсь? Работает. Отлично. Так, берем воздух и побежали. Да, мне вообще мало опыта дают за них, поэтому я думаю, не буду тратить на них патроны. Да и мне и мало пробивать, в принципе. Ой, я хотел рукой убить его. Ладно, и так сойдет. Это все на продажу пойдет, гранаты собираем. А, тут прохода нету. Зато тут лестница есть. Непонятно происходит. Что-то где-то непонятное. Что сложно найти, это куда идти. Вот это единственный минус, который я не понимаю.
Ага, мне только на обход, да, бежать, потому что тут врата закрыты. Ну, это у нас где-то минут 10, побегушечки, как обычно, ну, вы знаете это. Кому мне это говорить? А, класс. А можно открыть? Я вас понял. И что вы прикажете мне делать? Что вы мне прикажете делать? Я не знаю тогда, куда идти. Снизу же она закрыта. Закрыта. Ну все получается. А иного мне пути никакого нету. Чтобы забраться туда и попасть. Или есть. Подожди, на карте что-то да есть. Давайте попробуем. Ага, вот. Да, нашел. Да, вспомни еще, где что было. Сейчас враги заново будут появляться. Блин, я думаю, какую следующую игру проходить после Borderlands это? Может, вторую часть? Или что-то из Fallout? Или Skyrim даже? Что-то из этого, я думаю, взять. Так, продать. Снайперка херня. Все готово. Я на самом деле думал, что изначально это была типа издевка какая-то, знаете, типа кривляние. Оказывается, это типа до свидания. Так, у нас 24-й уже уровень. Так, где-то здесь, да? Если верить картинкам. Где-то здесь снизу. Значит, где-то вот, вот тут. Получается, здесь... 13-й под уровень, погнали. Это у нас новая локация. Там, где типа водятся призраки. Так, термин. Термин. Временный стихийный урон обозначает стихийный урон, например, ну это, короче, продолжение. Так, отлично. Электричество вроде как есть. Ты имеешь в виду вот это? Мне вниз, да, нужно? Так, еще один знак. А, не. А лифт идет вниз. Так. Так, тут опасно. А, мы потеряли связь. Найдите инвентарь. Воу-воу. Привидение. Холодно, жарко. Потом снова холодно. Яйцеголовый наверняка бы все это как бы ты объяснил. Ищи дальше. А, то я тебе уверяю, тут чертовщина. Во-во-во. Манать, 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 манать. Давай, давай, бей их. Вот так, вот так. Ой, тихо. Запахло жарким. 25 уровня оружие, нихера себе.
Ох, чувствую, этих тварей будет здесь много. Нужно сразу открывать все, запасаться патронами. И снайперскими, и пистолетными. И нужно будет, короче, в следующий раз, когда мы отправимся в город, да, чтобы, типа, потратить еще вот эти изумрудики, нужно будет все вкачать для пистолета. Чем-то, знаете, мне Dead Space напоминает. Помогите. Это что еще за хрень? Воу-воу-воу. Привидение. Им нельзя причинять вреда. Расстреляй так. Так, навести из строя распределительный что-то там. Нет времени объяснять. Короче, это не призраки, это какие-то херови. Так, ну вы это ладно. Так, давайте я все здесь облазю, посмотрю. И пойдем внутрь. Хоу, хо-хо. Не, граната мощная. Ладно, побежали. Так, готово. Еще лучше, да, пистолет? Но он без этого прицела. Вау, вау, вау. Как критовать вообще в этой игре? И где патроны для тебя, пистолетик? Так, я хотя бы туда пришел. Это быстрее просто на склад похож. Это Ешегери, бедняга. Эта штука тоже совсем не похожа на что-то там. Гарри, что-то тебя убили. Пиклс, тут полностью призраков. Моя пушка не предназначена им никакого вреда. Я еле что-то там, ну, типа, отбился, от них нормально не попали. Но беда еще в том, что тут все буквально кишит тарками. Может, короче, если я найду твой чертовый инвентор, заплати мне за него. Ну и шутки этого, Гарри. Ну ладно, инвентор пока нет. Но мой приятель нашелся. Это уже что-то. Вот, 13 под уровень, погнали. Гарри, земля ему бухом и успел таскать инвентарь, сыграл в ящик. Но раз ты уже на там, может поделаешь за него работу, чтобы он не зря помер. Я тебе скажу на эхо координаты места, откуда лучше начать поиски. Бери электрон и отправляйся. А какого электрона? Электрона, какого электрона? У меня пушка дана, это электроны. Электроны. Вот это дано? Нет, не на. Кстати, нужно сначала найти, стоит там где-то проход есть. Ага, все вижу. Так бы я сейчас обратно просто побежал. Так, приведение из электрона. Ага, вот она. Электрон. Это, знаете, меня просят из этой штуки убить, как будто я реально настоящий этот охотник за привидениями.
впечатляет. Я действительно могу причинить им вред. Я реально, знаете, как охотник за привидениями. Был такой фильм очень давно. Рапорт ЧП. 16-я. Мы исследовали завалы системы быстрого перемещения грузов, чтобы убрать кучу трупов. Инструменты, которые в вашем МИД, тот столько успехи, бла-бла-бла-бла-бла. Погнали, чтобы не тратить время. Понять еще куда идти? Было бы еще лучше. Да, там проход есть. Да, я настоящий охотник за привидением. Платите мне и вызвать, если у вас какая-то херовина. Так, энергоблоки. Ай, о, все, нашел. Походу, мне только его только что открыли. Тебе хватает чувства страха? Меня, да. Ага, тут ничего, хорошо. Пипец, тут мясо произошло. Так, сразу подкрываю. Рапорт ЧП 16А. Дополнение искателя призраки. Харгер построил твердого о каким-то популярным так короче, плевать. У меня появилась идея отточить главную систему управления быстрыми перемещениями, аж потом. Да, мы поможем что-то там. Дверь заперта? Погоди, минуту, у меня это леку... Так, где-то завалялся старый код безопасности, дали. Готово. Готово, делом. Попробую ввести один. 1, 9, 8, 4. Сраные призраки. Сейчас до хера ночи, и я должен сражаться с призраками. Я понял, до свидос. Да сейчас, сейчас, подожди меня. Стоять, консоли. Все? Спасибо. Ну, мы выполнили задание, да? Да, это просто гений. Судя по всему, Шмидт оказался на стырке измерений. И система не видела так разницу между человеком и Торком. Зафрала ее снова. Разве на крутых разрабов ПО? Ну ладно, самое главное то, что мой так, инвектор нашелся. Хватай его и выбирайся оттуда. Пора уходить оттуда. Еще клево добраться, делай следы, скажи. Я вижу туннель. Хорошо. Так, нам что-то дали? Да? Нет. Ну что, здесь у нас за место такое? Но стрелочки не зря показывают куда-то. Так, покиньте и... Что-что? Так, покинуть 13-й под уровень или использовать инвект? А что мне даст? Призрак обрел покой, теперь берите то, зачем вы... А что, какая разница? Или-или.
Или-или. Или-или. Если или-или, тогда мне легче здесь будет выполнить. Вот оно как. Ой, я оживил его. Это торг. Огромное тебе спасибо, а то тут... О, я ее спас, нахера себе. Буну за пред... Фиолетовая пушка за... Да хуя. А, это электрон. Так, хорошо. Нихера мне сразу дали next уровень. Ничего себе. Ту-ту-ту-ту-ту. Блин, не знаю. Давайте вкачаем на раз. Будем теперь эту линию вкачивать. А, то есть я стреляю как тогда? Я стреляю тем уроном, который у меня появится, да? Я понял, хорошо. Так, короче, нам нужно теперь искать телепорт. 21 минута, пипец. Целую серию мы с вами ходили за тем, чтобы охотиться на призраков. Ну, как бы было бы не странно, но мы охотились на призраков. Урон от молнии хороший. Магазин тоже хороший. Перезарядка быстрая. Скорострельность больше. Я возьму ее. У нее урон даже намного больше. Вау, она мне нравится. Эта крошка мне нравится. Так, ладно, время отсюда выбираться. И у нее плюс побольше патронов. Странно, странно, странно. Главное, ствол. Так, теперь нам нужен телепорт. Ну, я думаю, я успею какой-то промежуток времени. Та-та-та-та. Так, это мы выполнили, это мы выполнили. Хорошо. А я не знаю теперь. Нам нужно заброшенные пустоши попасть как-то. Там у нас будет три квеста. И равнины Тритона. Ну, в равнины Тритона мы можем и так попасть, конечно. Давайте пойдем в равнины Тритона. Не любите умирать, вас ждет новый Вильгарима. Так, протокол, ликвидация с ним. Да, тёлка сломалась. Тут дверь открывается. Всё, понял, держу в курсе. Идем другим путем. Тем, которым мы сюда пришли. Разумеется. Выбираемся так, как сюда пришли. Или нет? Стоять, где это я? Пас. Как я вообще сюда попал? Где сюда подъем? А, все, я нашел. Ой-ой-ой, сейчас бы упал. Так, хорошо, полетели тогда отсюда. В принципе, туда, куда я сейчас иду, туда нам и нужно.
Будем все фиксить. Будем просто бежать по прямой. Воу-воу-воу, ну нафиг. До свидос. До свидания, до свидания, до свидания. Хорошо, что мы сюда больше не вернемся. Потому что мы уже скоро сюда вообще никогда не вернемся. А видите, по мне был вариант либо получить охерительную пушку, а либо зеленую гранату. Так, равнина Тритона. Поехали. А заброшенный пустошь, я не знаю. Скорее всего, это локация, которую нам нужно будет посетить, чтобы закончить главную сюжетную миссию. Ну, игру. А потом у нас будет DLC-шка. Мы пойдем с вами в железяку. Нужно будет еще за водой сходить потом. Учеба. Уже начинается учеба. Новый год закончился, новогодние каникулы закончились, и начинается только учеба. Опа. Да, это походу та миссия, которая нам нужна. Именно туда мы и отправимся. Но сначала за желтенькой миссией. Для этого мы берем наш... Ох, как я тебя долго не брал. Скат. Так, скат мы создаем ракеты. Давай такой возьмем. Полетели. О-о-о! Они моего уровня стали. Нифига, что они научились делать. Это что-то новенькое. А что если я туда взлечу? А мне сюда и нужно? Или нет? А, опасная зона. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, там много добра повыпадало. Все, готово. Так, что здесь цены у нас? Нифига, только бомбы. Собираем то, что есть. Где моя машина? А, вот, все. Слушай, ты стала такая... Вес машины тоже улучшилась с уровнем. Так, мне сюда. Слушай, а раньше тебя тут не было, да? Привет. Да, слушайте, сделайте доброе дело. Подсоби мне кое в чем. Так, помогите межземному... Так, первопроходцу покорить дневный новый мир. Я капитан Шеф, только что открыл эту луну, и очень важно, чтобы я успел заявить на ее свои права ранее, чем это сделает кто-то там. Я принес флаг, король Грег очень любит, когда я его новую владельню так водружает флаг. Я не могу делать его тоже другим. Давай быстрее к делу. Вытащить флаг из чемодана книги, пойдемте и подобла, присоединиться к владению короля. Ну давай. Здесь флаг. Отлично, вот... Флаг Шо, поднимись, флаг короля Грега, к мышу выше. Только я предупреждаю, оберегайся обычно против того, чтобы открыть место, где они давно уже живут. Дикарей можно назвать жизнью жалко. Все? Я могу поднимать? Флаг поднимается, я должен стоять смирно, пока не окажется на самом верху. Он опять это кретин.
Приятель, все отсюда. А, да. Я понял, где эти взрывы. А, он остановился, черт, а что ты мне не говоришь? А, ты начинаешь падать, я понял. Да я понял, что он остановился, подожди. А, наконец-то все. Все вспомогательные предметы в сборе. Убрать метлу. Ой, огромное тебе спасибо за все. Теперь я смогу наконец-то отпустить руку. Объявляю эту луну собственностью короля Грега. Ип-ип, ура! А, все? О, я смотрю, вышла из рота. Так, заварушка. Ничего, проблемы имеются. Так, все отлично. У меня новые с вами предметы есть теперь. Новая внешность. Да? Модификация головы. Электрон. Так, где то, что я получил? Фиолетовую пушку, или она мне сразу оделась? Она мне сразу оделась, хорошо. Так, ну давай пока. Все получается, мы с вами выполнили две миссии, которые мне нужно было сделать, поэтому мы сейчас... Так, на F куда нужно? Да, на F нажимать. Да, теперь они тоже в нас стреляют именно лазерами, только раньше только шарики были. Ну, теперь и такое. Так, начало конца у нас миссия начинается. Так, ладно. Нам они все равно не нужны. Мне лучше понять, куда к кризису. Заброшенные пустоши мне нужно. А, вот, да, в принципе, вход заброшенной пустоши. Тю. Пап, это снова они! Я вытащу... Папа пошел баньки. Ха-ха. А, то есть ты натравил на меня своего отца, я понял тебя. Так, я не пойму, куда мне ехать, стоять. А, все, понял. Нифига ты. Погоди, я с этим разберусь. Спасибо. А вот, ребята, и новые просторы. Заброшенная пустошь. Ну, мы заброшенную пустошь зайдем в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.